Ciao a tutti, questa sera facciamo una ricetta veloce di carciofi bolliti. Всем привет! Наконец-то меня много кто спрашивал, мы покажем, как быстро приготовить карчофи в кастрюле. Allora, ho messo i carciofi un po' nell'acqua. Adesso li cuociamo un pochino. Сначала артишоки мы поместили просто полежать в водичке, там, чтобы грязь вся вышла, песок. Все, и начинаем их чистить. Берем артишок, отрезаем ножку. Окей. Allora, abbiamo tagliato un po' il torsolo, lo puliamo. Da sopra anche. Итак, видите беленькую штучку? Мы оставляем все зеленое, счищаем. Togliamo la parte verde, proprio quella esterna. Lasciamo un po' il cuore. Оставляем только беленькую сердцевинку. Poi. И вот наш артишок. Questo carciofo togliamo un po' di foglie esterne, ma proprio giusto qualcuna. Мы немножечко совсем самые верхние маленькие лепесточки уберем. Ну совсем немножко. Окей, così va bene. E facciamo come prima, togliamo un po' немножко, di verde. Немножко срезаем вот эту вот зеленую часть. Также отсюда. Della tradizione di Pasqua. Так, это блюдо делается на Пасху в Неаполе. То есть у них вообще два сезона артишоков. Это апрель и ноябрь-декабрь. И вот в апреле они готовят вот так вот в кастрюле. Мне так больше нравится, больше всего. Вы же, наверное, видели, как отрывается лепесточек и естся вот так. Это вот и есть это блюдо. Называется просто вареные артишок. Bisogna un po' farli ammorbidire un po', perché sì. Altrimenti ci facciamo male, ci pungiamo un po' le dita. Их нужно немножко побить вот так вот. Ну, а на самом деле они очень жесткие, потому что здесь иголочки. И очень неприятно их трогать. И нам нужно... Li allarghiamo un po' così. Немножечко их раскрыть. Сделать. Пошире. Кузина, у нас получается открытый лепесточек. Смотрите уже какой красивый. Да, это просто как цветок. А какой он будет вкусный. Va bene così. Видите, я сильно раскрыла, Маринелла сильно не раскрывала. Значит, можно сильно не раскрывать. Tu non hai aperto tanto. No. Mettiamo il sale. Ecco qui. Ma forse... Possiamo poggiare pure. Кладем их в кастрюльку пока что вот так вот, чтобы их немножко начинить. Sale. Посолили. Aglio. Нам понадобится чеснок,
петрушка. Плавно набираем мясо. Вот так вот хаотично кладем нашу начинку. Это чеснок, петрушка, соль и оливковое масло. Метем уль пельцимона. Постарайтесь поглубже впихнуть. Наши палочки, которые мы чистили до этого, мы разрезаем напополам и кладем их внутрь нашего цветочка. У нас кастрюлька не очень подходит. Facciamo così. Qua andiamo a ritagliare un po' sotto. Si mantiene. Va bene? Мы немножко ножку отрезали, иначе у нас картофель пачка. Mettiamo l'acqua che arrivi a una metà dei carciofi. Напополам мы покрываем водой наши картофели. Ok. E li mettiamo a bollire. И ставим варить. Facciamo cuocere. Una mezz'ora, 40 minuti. Poi vedremo. Tireremo una foglia. Мы выключаем наши картофи и наконец-то они готовы, будем пробовать. Guarda. Видите, как пробуется? Достается листочек. Очень горячо. Итак, наши картофи, как видите, они готовы. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился, не забудьте поставьте лайк. А мы их будем пробовать. Смотрите, какие они у нас красавчики. Дети, мейте лайк. Мейте лайк. Танти, танти лайк. Чао, чао. Чао. И пока-пока. Чао. Скажу, come si mangia. Allora, si prendono... Una foglia alla volta. Мы берем каждый раз один листочек. Съедаем вот эту белую мякоть. E si mangia così. Poi alla fine si mangia il cuore, che è la parte più buona. И в конце у нас будет такой мягенький цветочек, без этих лепесточков твердых. И мы его тоже всего съедаем. Сейчас покажу вам, как мы их едим. Мы отрываем вот так листочек и съедаем все вот это беленькое внутри.
Видите? Нет, ничего. Я все съела. И вот это я оставляю. И дальше мы так съедаем весь лепесточек артишок.